Всем привет! Мы на канале Avatern, и сегодня мы расскажем вам о опыте применения систем поверхностного отопления и охлаждения. В гостях у Вячеслава, который уже смонтировал не один объект. И вот он нам расскажет о своем опыте. Площадь квартиры около 100 квадратных метров, вернее 100 плюс. Во всех помещениях применена система поверхностного охлаждения и отопления. Панели применены, гипсокартонные панели производства Рихау. Да, Андрей. Вот. Тепловой насос компания Bosch Buderus. Вот. Ну и автоматика, есть там автоматика австрийского производителя LOX One, предназначена для, по сути, для умного дома. Какая мощность теплового насоса, производительность на холод и на тепло? Производительность на холод около 4 кВт, на тепло там 4 плюс, ну, точно не помню. Потери в помещении, когда сделали теплотехнический расчет, теплопотери в помещении составляют 18 ватт на квадратный метр. Ну, достаточно низкие. Часто семинаристы у нас в академии спрашивают, как быть с влажностью. То есть, и этот вопрос, я думаю, интересует вот многих. Это самый главный вопрос у читателей. Люди, потенциальные заказчики, да, вот один сразу из таких вот сдерживающих моментов применения данных систем, это влажность или конденсат, который якобы может выпасть на поверхностях. Вот Слава, вот ты владелец своей собственной системы, уже эксплуатируешь данную систему, я так понимаю, уже целый сезон. Вот расскажи об опыте эксплуатации, как она работает, вообще доволен, недоволен. И, ну, вообще, как вот семья, там дети относятся, жена? В быту, скажем так, очень комфортно. Проблем с конденсатом нету. Активно эксплуатирую систему, задаю разную температуру хладоносителя в систему. Бывает, температуру хладоносителя опускаю даже до 14 градусов. Никакого конденсата на поверхностях, ну, нету, не обнаружено. Я еще практиковал, запускал хладоноситель в пол, но оно некомфортно. А пол у вас тоже есть, да? Да, есть. Не по всей площади, но в некоторых местах есть. Это кухня, санузлы. То есть пол все-таки система охлаждения не очень комфортна. А почему? Вот что, собственно говоря? Ноги мерзнут, если босиком ходить. А тапочки не пробовали одевать? Ну, в тапочках. Я не люблю тапочки. Реверсивный клапан уже стоит непосредственно в насосе? Да, реверс тепло-холод осуществляет тепловой насос. Распределение уже теплохладоносителя происходит непосредственно на распределительных гребенках. Автоматика может регулировать отдельно температуру в каждой комнате, в том числе, если там недельный программатор запрограммирует таким образом, что ночью будет температура немножко повышаться, а днем она будет понижаться. Вот когда вы монтировали эту систему, есть ли какие-то особенности? Можете ли вы поделиться опытом монтажа? По сути, это монтаж гипсокартонного потолка. То есть единственное, что толщина самой панели, она немножко выше, но это все строители без проблем делают. Плюс еще нужно следовать четкой инструкции от производителя, да, которой указано, что по периметру сами панели фиксировать к самой стене нежелательно. Полная аналогия, как и с теплым полом, что получается у нас как и пол, когда греющий, он плавающий, да, он не касается стен, так и потолок, когда он работает, он не должен касаться и не должен быть зажат к стенам, для того, чтобы он мог спокойно расширяться, сужаться, то есть работать независимо от строительной конструкции. Чтобы может получиться сложиться такая ситуация, если мы пришьем и неподвижно закрепим панели к конструкции, то просто потолок порвется в каких-то местах. 14 градусов. Угу. А здесь очень комфортно. Это температура хладоносителя. Хладоносителя, и на улице, да, у нас сейчас 31 градус. 31. Ну, это солнце повернулось. А в помещении у нас? 24. 24.
температура в помещениях всегда одинаковая, нету сквозняков, нету шума дополнительного, так как вот от кондиционера, да. Но система достаточно очень инерционная, она не позволяет достичь, скажем, желаемой температуры, если остановить систему и там с длительного отпуска приехать, да, и включить. Сразу мы эффекта не получим. Так как долго? Да, сколько нужно времени для того, чтобы разогнать систему? Ну, например, когда вы приехали, и, то есть это день или может быть даже несколько дней? Сколько из твоего опыта? С опыта сложно сказать, потому как не уезжал еще. То есть она у вас работает постоянно, да? Да. По поводу... По вентиляции? Да, вот мне интересно, как у вас... То есть как устроена вот эта система, да? Что это за система? И вообще вот... Как вы ее эксплуатируете? Мы использовали приточно-вытяжную установку производства Zender производительностью 180 кубов воздуха в час. Система работает на средней скорости. Рекуперация, да? Да. Установка, вентиляционная установка с рекуператором тепла. Работает круглосуточно, работает она в автоматическом режиме. Периодически посматриваю на автоматику, работает она на средней скорости. Я, кстати, обратил внимание, вы можете управлять этой системой и отопление, охлаждение прямо со смартфона? Да. Эта автоматика позволяет управлять не только там, климатом в помещении, она позволяет и светом управлять. А вы, кстати, вы воспользовались такой возможностью? Воспользовались, но только вот не во всех помещениях, во всех помещениях, но не всеми группами света. А, то есть вы еще можете дополнительный свет, да? Да, свет, плюс мы еще здесь реализовали систему антизатопления на этом же контроллере. Ага, в каждой, интересно. Скажем так, мокрой точке установлен датчик, в случае там утечки воды происходит. У вас там клапан стоит, перекрывает воду? Да, да. Приходит сообщение на телефон и, соответственно, перекрывается. Мне кажется, это у вас появилась новая система. Да. Очень интересно. У нас есть представлена, она была на выставке ИСХ, система Regard. Да, и осенью мы еще подробно о ней расскажем. И возможно, еще со Славой тоже какой-то видеофрагмент сделаем. Главный вопрос, который интересует, да, и контроль учета электроэнергии. Ну, не только электроэнергии. Вот какие-то экономические расчеты, составляющие есть, сколько как система окупается, какая ее стоимость или как сколько вы экономите? Период окупаемости не считал, но вот за отопительный сезон потребилось электричество сугубо на систему отопления 959 киловатт. Это месяц, наверное? Нет. Это весь когда отопительный... Когда всю зиму? Да, да. Я не верю. Ну, можем пройти... Я не верю. Этот феномен я объясняю тем, что данное помещение, оно находится в общем комплексе квартир. Угу. И вот это потребление в реальное тепло, оно соответствует просто вкладу теплового насоса, в конкретную какую-то часть небольшую теплопотерь. Послушай, это же 950, да, киловатт? Киловатт. На сколько? На 6-7 месяцев, да? Смотрите, система была запущена 6 декабря. 6 декабря? Да. А до этого уже мерзли? А до этого еще ремонт, все. Был. Если бы это было бы отдельно стоящий дом 100 квадратных метров, он, несомненно, бы потреблял бы больше. Угу. И вот таких вот цифр. Но все равно это очень... Это а очень так, я слышал, то есть вот мне знакомые говорили, что это если, например, полностью в квартире отключить отопление, то ниже 16 градусов температура в помещении не опускается. Да. В зависимости, опять-таки, от наружной температуры на улице. Да, В целом, то есть мы сейчас говорим все равно о какой-то... о каких-то теплопотерях. Плюсовая температура. И я же, насколько понимаю, то есть тепловой насос, он является основным источником тепла. Да. И тепло от тепловой сети, там, от системы отопления вообще не используют. Мы не используем. А скажите, вы вот этой зимой чем-то догревали? Нет, только тепловой насос работал. Максимальная температура теплоносителя установлена
42 градуса, по-моему. Ну, это, опять-таки, при минус 22. Если мы говорим об отоплении, ну, какой температурный режим вот в зимнее время вам комфортный? Вот какую температуру в помещениях? 22 градуса. 22. Ну, это отлично. Ну, это комфортная температура. 950 кВт. То есть, как бы, мы никак не можем понять, да, откуда. Вроде как. Но такие феномены иногда... Вот я почему всегда говорю, что... Есть теория, вот есть практика. Вот нужно всегда практикой проверять и теорию, да, и иногда вот какие-то феноменальные цифры получаются. Или наоборот, в большую сторону, да, или наоборот, вот как сейчас, для меня, когда Слава тоже сказал вот его потребление по электричеству, это было как-то вот совсем шок. Ну, для меня тоже. Ну, я думаю, что это еще важно, что есть система вентиляции с рекуператором благодаря этому. Да, окна не открываются. Окна не открываются, да, постоянно идет подмес свежего воздуха. Да, это вот комфортно, во-первых, ты дышишь постоянно свежим воздухом. Ну и я вот могу заметить, ну, по крайней мере, я сейчас не слышу шума работающей вентмашины вообще. То есть не слышу. Ну, может, она стоит отдельно, а здесь просто разбросано. Она находится там в гардеробной комнате, ну, зашита. Она как раз вот тут рядом находится, то есть она не отдельно. То есть это тоже вот важный момент. А в ночное время слышно, не слышно? Нет, не слышно. Это тоже. Потому что я просто читал, то есть у меня у самого системы вентиляции нету там в квартире. И просто вот по отзывам знакомых знаю, что иногда они шумят. Ну, есть, шумят, наверное, это стеновые проветриватели. А может, если центральную организовать? Вы же, наверное, здесь бросили, да, рукава? Воздуховоды, да. Воздуховоды. Да, да. Воздухоточки только на гребенке, за потолочным пространством ничего не ставили, так как здесь очень маленькое расстояние от плиты перекрытия. Мы все системы спрятали в 14 сантиметров. Это с каркасом, со всем. И с воздуховодами. И с воздуховодами, да. То есть, воздуховоды. Ну, воздуховоды у нас не пересекаются между собой, так как воздух мы подаем только в чистые помещения, а забираем воздух с грязных помещений, такие как санузлы, вот кухня. Вот эти диффузоры это забирают воздух, а вот те воздух, эти диффузоры, они подают воздух. Вот. И диаметр воздуховода 75 мм. Каждому диффузору подходит два воздуховода. Ну, мне кажется, у нас была сегодня очень продуктивная, интересная беседа. Да. Очень много мы полезного сегодня узнали. Опыта применения систем охлаждения и отопления. Поверхностного. Поверхностного.